Здравствуйте! Сегодня я создам урок, как копировать ссылки в Одноклассники. Так, вот наша переписка с вами. Я вам кинула ссылку, вот она. Если вы через нее нажмете на нее, вы попадаете в YouTube, и вот клип открывается в YouTube. Вот он. Так, мы ее закроем. Чтобы скопировать ссылку, нам нужно мышку поставить вот возле ссылки, нажать и тянуть курсор, обвести ее, она стала синяя, остановиться, так, потом правой мышкой копировать. Мы скопировали. Идем в сообщение, кому мы хотим отправить эту ссылку, нажимаем. Правой мышкой вставить. Так, вот она ссылка есть. И нажмем отправить. Вот, ссылка у вас. Так, это я урок создаю. 10 минут. Так, все, спасибо.